В прямом эфире авторадио мэра Магадана Юрий Гришан ответил на вопросы горожан. Одной из главных тем стала эпидобстановка. По словам градоначальника, ситуация не только в областном центре, но и на Колыме тяжелая. Ежедневно в сутки зараженных около 40 человек. Самый, наверное, важный вопрос сейчас у нас – это эпидситуация в Магадане. Она оставляет желать лучшего. Расскажите, какие меры принимает муниципалитет в этом направлении? К сожалению, уже подходим к той черте, когда будут полностью заполнены места в инфекционных госпиталях и тех, которые постоянно работали в условиях инфекционных коек, и те места, которые были дополнительно развернуты. Вы знаете, что кроме инфекционной больницы, койки развернуты и в детской инфекции, она отдана под ковидных больных, и в других государственных учреждениях здравоохранения. По словам специалистов, большой рост больных коронавирусом на Колыме происходит из-за того, что люди перестали носить средства индивидуальной защиты. Однако более строгие ограничительные меры в Магадане вводить не будут, потому что эксперты знают, как справляться с этой болезнью. Напомним, за весь период на Колыме зарегистрировано 3938 человек, выздоровели 2793. За последние сутки выявили 46 случаев заражения.